Салат с консервированным горошком, яйцами и колбасой – сытное и вкусное блюдо, которое вполне можно подать на праздничный стол или ужин в кругу семьи. Такой салат готовится очень просто и быстро. И если вам нужно принять неожиданных гостей, то рецепт пригодится. Салат получается вкусным и сытным. Колбасу берите хорошего качества, и тогда эта закуска вас не разочарует. Колбаса вареная – 150 грамм. Яйцо куриное – 2 штуки. Горошек зеленый – 100 грамм, консервированный. Морковь – 1 штука. Огурец свежий – 1 штука. Лук зеленый – 20 грамм. Майонез – 80 грамм. Соль – по вкусу. Перец черный молотый – по вкусу. Количество порций – 2-3. Подготовьте ингредиенты для приготовления салата. Консервированный зеленый горошек выложите в салатник. Колбасу нарежьте мелким кубиком и добавьте в салат. Морковь сварите, охладите, очистите и мелко нарежьте. Добавьте в салат. Свежий огурец помойте, очистите и нарежьте кубиками. Яйца сварите вкрутую, охладите, очистите и мелко нарежьте, добавьте в салат. Зеленый лук помойте, мелко нарежьте, выложите в салатник. Салат посолите, поперчите по вкусу и заправьте майонезом. Перемешайте все ингредиенты салата. Салат с колбасой, яйцами и зеленым горошком готов. Приятного аппетита!